пола. Генерала Белобородова, дом 30. Следующая остановка – 8-й микрорайон Митина. Ношение масок в городском транспорте по-прежнему необходимо. Пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта. Район Митина. Следующая остановка – Пенябинское шоссе. По требованию. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю.
Челябинское шоссе по требованию. Следующая остановка – кладбище. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – Павшина 2. В общественном транспорте временно приостановлен проезд по социальным картам для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, кроме лиц, которые переболели коронавирусом или вакцинированы. Ношение масок в городском транспорте по-прежнему необходимо. Пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта.